Вот как грибы искать? Посмотрите. Он же в цвет листьев. Точно такой же, абсолютно. Всем привет! Вы на канале «Хлопоты жизни». И сегодня мы с вами пойдем за грибами. Видите, я одела платочек, чтобы мне на голову ничего не сыпалось. И идем в лес за грибами. Решила я на часик сходить прогуляться. И вот еще не доходя до леса, на соседних участках, видите, грибы. Ну, это уже все, но тем не менее, их здесь вон сколько. Раз, два, три, четыре. Четыре. Вот еще один красавчик. С этой стороны тоже еще грибок. Вот, тоже уже испорченный. Ой, смотрите. Я прыгала и даже его не увидела. Это я еще в лес не зашла. А еще у нас на участках, на заброшенных, растет малина. Видите? Сейчас я еще ягодки поем. Красота. Вот они, грибочки. Раз, два. Там уже испорченный грибок стоит. Здесь раз и два, и не видно, да? Сейчас. Ой, здесь даже не два. Сейчас, секунду. Раз, два, три, четыре. Ну вот опять уже поздно пришли. Они уже огромные. Блин. Ну как же так? Там вот еще два грибочка вижу. Вы видите? Там еще два грибочка. Поздно пришла. Опять они уже переросли. Все, я прихожу, когда они уже огромные. Посмотрите, как интересно растет гриб. Я думала, что это упавший, уже сгнивший. Видите? Прям это сбоку вырос. В бок. Вот такой красавец. Пришлось мне руки испачкать, чтобы его вытащить. А вот и красавцы-мухоморы нашлись. Ну, я их не собираю, но они мне постоянно глаз радуют. Они очень симпатичные. Красавчики. А вот еще нашла мухоморы. Нашла я тут вот такие грибочки. На рядовку похоже. Но что-то я сомневаюсь. Что скажете, эксперты-грибники? Их здесь много. Не буду я их собирать, потому что я не знаю этот гриб. Но их здесь действительно много. Можно было бы набрать. Вот видите, там парочка. Здесь парочка. Там у дерева они растут. В общем, сомневаюсь, брать не буду. Но вообще, мне кажется, это съедобный гриб, рядовка. Он с таким, как немного фиолетовым оттенком. Но ножка так точно, да и прожилки тоже. Вот я на них нажала. Видите, вот так это выглядит. В общем, не знаю, не буду брать. В общем, я прошла здесь часть леса. Если на участках я еще хоть что-то находила, то в лесу только мухоморы и рядовки. Я вышла вот на такую освещенную полянку. Сейчас я вам повернусь. Вот, видите, все в солнце. Думаю, ну раз в чаще нет, значит, на солнышке они. Но нет. И на солнышке грибов нет. Я обещала, что уйду ненадолго, буквально на часик. Так что... возвращаемся домой без грибов. Я нашла 3-4 масленка на участке, на заброшенном. И все. Идем домой.
Но если сейчас по дороге что-то попадется, то ура. Но вообще вряд ли. Ну, что-то все-таки я нашла в лесу. Еще не знаю, что, но уже видно, что что-то симпатичное. Я уже пошла на выход, потому что иду, лес пустой, одни поганки. Вот мне попались такие грибочки. Правда, чуть-чуть поеденные уже кем-то. Я не удивлюсь, если я сейчас их переверну, они все червивые. Ну, хоть что-то. Это называется здесь кто-то уже ходил. Они уже выдранные были. А что не взяли? Симпатичные грибочки. Я его сломала на срез. Думаю, может, вот из-за этих дырочек не взяли, что он червивый. Нет, замечательный гриб. А вот я и нашла пенек с опятами. Только вся штука в том, что я в них катастрофически не разбираюсь. Я помню, что на них должна быть юбочка. Вот смотрите, я сорвала один опенок. И у него вроде как есть юбочка. Но тут же рядом растут опята. Вот кто-то их другой, кстати, сорвал. Это не я. И здесь вроде как юбочки не наблюдается. Вот, я сорвала еще один опенок. Видите? А нет, тоже вроде есть юбочка. В общем, короче, я с этими опятами никак не разберусь. И читала, и видео смотрела. Ну, прям никак мне не разобраться, съедобные они или нет. Поэтому опят я никогда не собираю. А очень жалко, их здесь приличное количество. Вот как грибы искать? Везде листья. Летом трава, ничего не видно. Осенью листья. Вот вы видите гриб? А он есть. Правда, не нужный мне, но тем не менее, наверняка где-то так же вот прячутся и нужные мне грибы. Вот, посмотрите. Он же в цвет листьев. Точно такой же, абсолютно. Но эти грибы я тоже не собираю. Что там, если мне все попадается, что я не собираю? Не очень удачная охота у меня грибная. Все, выхожу я из леса, пошла работать. На дачу-то приехали работать, а я тут по лесу гуляю. Ну, маме на суп насобирала. В прошлый раз я себе на суп грибы набирала. Сегодня маме пойдут грибы. На суп насобирала. Выйду из леса, покажу, что собрала. Ну, мало, мало. В основном на участках, кстати. Здесь 3 грибочка мне всего попалось в лесу. Ну, вот наш улов на сегодня. Маловато, но на супчик должно хватить.